жить. Да, там. Горячева Тамара Федотовна, Гильфанова Амина Ахудиевна, Мазитова Альфия Саразовна, Кельметьева Флорида Хамидовна. Вот эти люди были самые первые, кто начинал участвовать в наших выставках. И, конечно, сегодня вот у нас впервые украшения из бисера. Хочется еще раз посмотреть и прочитать вам вот это стихотворение. Умелец может сделать из железки, из камня, дерева шедевры красоты, из разноцветия бисера и лески, как в сказке чудеса творишь и ты. Я прикасаюсь к броши осторожно, она чарует и ласкает взор. Представить трудно, как это возможно создать невиданной красы узор, как результат терпения и умения, изящества и цвета красоты, и совершенства формы. Нет сомнения, наш мир спасут талант и красота. Это